Друзья, всем привет. Сейчас я без микрофона, поэтому, может, звук будет плохой. Чуть-чуть ветер есть, поэтому я, наверное, фасад и участок вам покажу по фотографиям, а видео сделаю уже дома. Это село Экономическое, асфальтированные подъездные пути, это супер локация. Здесь рядом речка, платный пляж, платная рыбалка. Это здесь недалеко сопка героев, то есть топовое место. Собственник делал дом для себя, но по обстоятельствам сейчас данный дом в продаже. Данный дом здесь «Заходи, живи», более 100 квадратов, участок 10 соток. Более подробно я оставлю в описании. Так, смотрим, везде теплый пол. Здесь кафель, сейчас я захожу со второго входа, то есть здесь вход на террасу, тоже дойдем до него. Здесь получается большая кухня-столовая, просто огромных размеров. Ремонт сделан, то есть ремонт делали для себя, видим. Свет все проведено, розетки под дизайн, выключатели под дизайн. Здесь такое панно, видим, обои тоже дорогие. Здесь получается такие дизайнерские решения. Тоже дорогие по цвету. То есть видим, что этот дом делали для себя. Дорогая фурнитура. Получается язычок на магните. Двери тоже зеркальные. Так, я вам сейчас по порядку покажу комнаты. Вот первая комната. Заходим. Вот отопление. Стальные радиаторы. Потолок натяжной, матовый. Все в светлых тонах. Это вот выход. Так, раз комната. Здесь вторая комната. Это село Экономическое. За 6 минут я доехал от Крымска. Так, здесь заходим в ванну. Ванна-туалет, есть полотенчик, окно на проветривание. Так, вот третья комната. В комнатах ламинат. И здесь получается котел, вся разводка теплого пола, фильтра стоят. И давайте поднимемся на крышу, посмотрим, как сделана крыша. Сейчас данный дом выставлю в чат WhatsApp, поэтому добавляйтесь, оставлю в описании все ссылки. Так, это главный вход, смотрим крыльцо, кафель. Здесь дорожка забетонирована, здесь много пространства такое чувствуется, нет какой-то сжатости. А здесь можно озеленение сделать, и по эту сторону тоже можно сделать озеленение. Вот так дом выглядит снаружи. Декоративная штукатурка, окна получаются дизайнерские, цвет дерева, система водоотливов сделана, и здесь получается заезд под автомобиль. 10 соток, я думаю, достаточно для, ну, чтобы было нормально жить. Сейчас покажу террасу. Терраса получается крытая. Вот терраса. Вот выход на террасу. Так, телефон оставляю в описании, поэтому звоните, пишите, задавайте вопросы. Газ на участке.
Цена данного дома 7 миллионов. Сейчас отъеду к речке, покажу вам прямо вот здесь речка, сопка героев. Сейчас, если возможность будет, то я сейчас покажу вам.